каждый выбирает для себя. Привет всем! С вами Александр Камарин. Сейчас покажу, как регистрироваться, используя гиф-код, полученный от своего спонсора. Это проще, чем регистрация за биткоины, как я уже делал, у меня есть ролик на эту тему. Проще и быстрее вы перевели деньги своему спонсору, он вам сформировал гиф-код. Вы можете регистрироваться. Вышли на сайт по ссылке своего спонсора, попали на страницу регистрации. Вот мой логин. Повторяется, что это спонсорский логин. А дальше надо вводить первое имя, последнее имя. Первое имя – это имя. На латинице. Все вводится только на латинице. Первое имя на латинице. Last name – это фамилия. Фамилия на латинице. Адрес в европейском формате. Улица, дом, квартира. Почтовый код, город, страна. Страну выбираете из этого списка. Russia. Далее. E-mail должен быть на гугловском сервисе. Наиболее надежный почтовый сервис. Ну и паспорт. Начинаем. У меня заготовлен файл со всеми регистрационными данными. Вот этими. Word-овский файл. Я из него беру то, что там записано, копирую и вставляю сюда. First name – вставляем. Last name – фамилия – вставляем. Адрес – вставляем, как я уже сказал. Улица, дом и квартира. Почтовый код – вставляем. Город – Москва. Country Russian – вставили. Почтовый ящик – вставили. Вставили паспорт. И повторить. Давить еще раз. Регистрируемся. Нажимаем кнопочку «Register». Требуется username. Так. Username я забыл вставить. Тут стоит username спонсора. А я должен был сюда вставить username партнера, которого регистрирую. Сейчас исправим. Ну, вот бывает. Вставить. Конечно. Иначе он мне выдал ошибку. Не дает соврать. И теперь регистрация. Нажимаем. А, нужно поставить, что я не робот. Регистрация. Попали на выбор пакета. Выбираем беленький пакет. Здесь выбираем метод платежа. У нас есть код и выбираем гиф-код. И вот сюда нужно вставить тот гиф-код, который прислал спонсор. Скопировали и вставляем. Копировать надо, конечно, аккуратно. Все буквы и цифры должны быть. Нажимаем Continue. Thank you. Покупка закончена. Все. Вы в своем кабинете. Копируете свою спонсорскую ссылку, вставляете в тот документ вордовский, вот, и все, он может приглашать. На этом процедура регистрации и оплаты пакета с помощью гиф-кода завершена. Нет никакой необходимости ждать, пока там пройдут подтверждения транзакций биткоинов и так далее. В этом смысле это гораздо проще. По деньгам, в общем, как правило, спонсоры не берут комиссию. Когда вы покупаете биткоины, там везде и всюду будет какая-то комиссия. Невелика. В России она была невелика. Посмотрите предыдущий ролик про оплату биткоина. Узнаете. И поскольку сейчас курс 1.86, человек получил 54 единицы owner rights. На этом все. Всех вам благ и успехов. С вами был Александр Камаев. Всем пока. Никому претензий не имею. Каждый выбирает для себя.